Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – объекты общественного пользования между максимизацией пользования и рисками посягательства. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге: «Хуа аншааакум минал арду вастаамаракум фиха». Он сотворил из вас, Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного единственного Аллаха, у которого не сотоварища. И свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем... Поистине, ислам – это религия созидания, творчества, исправления и восстановления. Небесные послания также пришли с призывом к этим высоким принципам. В Священном Коране говорится: «Вакаля Муса ли ахихи Харун ахлюхни фи кауми ва ашлих, ва ла таттабя сабиля муфсидин». Моисей сказал своему брату Аруну: «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие». Аллах Свят и Велик передает в Священном Коране слова нашего господина пророка Шуайба, мир ему: «Ин уриду илля ль-ислаха мастатату, ва ма тауфиқи илля биллахи алейхи таваккальту, ва илейхи униб». «Я хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному я обращаюсь». Бесспорно, сохранение объектов общественного пользования, которые строит и развивает государство, является одной из форм исправления, которая приносит пользу обществу в целом. Это связано с тем, что право на пользование ими не принадлежит исключительно конкретному лицу или определенной группе, а скорее эти объекты являются собственностью всего общества. Так же, как все мы получаем выгоду от объектов общественного пользования, мы все должны сохранить их и строго удержать нарушителей от любых попыток разрушать их или посягать на них. Между тем, каждый, кто отвечает за объекты общественного пользования, должен искренне и совершенно выполнять свою работу. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Поистине, Аллах любит, когда кто-то из вас выполняет какую-нибудь работу, делает это с умением». Кроме этого, пользующийся объектами общественного пользования должен использовать их таким образом, чтобы не причинять вреда, ущерба или расточительства. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, говорится: «Недопустимо причинение вреда и ответ причинением вреда». Таким образом, достигается взаимодействие членов общества на пути к благу и общей выгоды. Аллах, слава ему и величие, говорит: «Ватаавану аля аль-бирри ват-такуа, ва ля таавану аля аль-исми валь-удван». Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Сохранение объектов общественного пользования является шариатской, отечественной и гуманитарной обязанностью. Тем самым, эта обязанность не ограничена только их сохранением, но и распространяется на максимальное их укрепление и содействие их развитию. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, изрек: «Семь вещей будут продолжать приносить вознаграждение рабу Аллаха, пока он будет находиться в своей могиле после смерти: знания, которым он обучал, канал, который он проложил, колодец, который он вырыл, пальма, которую он посадил, мечеть, которую он построил, копия Корана, которую он завещал, ребенок, которого он оставил после себя и который обращается к Аллаху с мольбами о прощении для него после его смерти». Из этого хадиса мы понимаем, что нам следует расширять, очищать и заботиться о каждом водотоке, а не посягать на него или сужать его. То же самое верно и в отношении общественной дороги, которую мы должны сохранить,
а не остановить Иисуса перед прохожими или выбрасывать на него, или выбрасывать на нее мусор и тому подобное. Тому, у кого нет возможности максимизировать получение пользы от этих объектов, надлежит побуждать других делать такое. Ведь пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его. А если он не может этого делать, пусть он не испортит что-либо в них». Всевышний Аллах говорит: «Инна Аллаха ля юхиббуль муфсидин». Воистину, Аллах не любит распространяющих нечестие. «Валлаху ля юхиббуль фасад». Аллах не любит нечестие. Более этого, мы все должны быть осторожны, чтобы сохранять и рационально использовать эти объекты. Стоит отметить, что все объекты общественной собственности, такие как учреждения, школы, больницы, дороги и транспортные средства, доверены нам, и все мы будем отвечать за них. Следовательно, совсем нельзя посягать, уничтожать, вредить или неправильно использовать их. Вот что я хотел вам сообщить. Я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему Господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. Дорогие единоверцы, нет никаких сомнений в том, что сохранение объектов общественного пользования и отказ от посягательства на них являются одними из путей добра и успеха. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, считает удаление вреда одним из ответвлений веры, одним из видов милостыни и одной из причин входа в рай. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, говорится: «Иман, то есть вера, имеет более 70 или же более 60 ветвей, наивысшая из которых – это слова «Ля Иляха Илляллах», нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха, а наинизшая – это удаление с дороги всего, что вредит людям. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также поведал: «Мусульманин – это тот, кто не причиняет другим людям вреда своим языком и своими руками». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также рассказал: «Поистине я видел человека, наслаждавшегося в раю по причине дерева, которое он срубил и убрал с дороги из-за того, что оно доставляло неудобства мусульманам». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Прекрати причинять зло людям, и это станет садакой от тебя к тебе же». Как же нам нужно знать о важности объектов общественного пользования и необходимости их сохранения, прививая чувство религиозной и отечественной ответственности в целях сохранения родины, защиты ее богатств и развития ее ресурсов. Всевышний Аллах говорит: «Фамен иттака ва аслаха фаля хауфун алейхим ва лахум яхзанун». Всякий, кто станет богобоязненным и праведным, не познает страха и не будет обчален. О Аллах, защити наш Египет и все страны мира. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.